Двери не закрываются, терминалы подводят. Перевозчик говорит, работа над ошибками ведется, но жалоб меньше не становится. На еженедельном совещании в администрации округа снова обсудили ситуацию с общественным транспортом. Хочу напомнить всем нашим жителям, что в таком случае, когда не работает терминал, то проезд должен быть бесплатным. За прошедшую неделю на портал «Добродел» поступило 189 жалоб на качество пассажирских перевозок. Чаще всего жители снова были недовольны 597-м маршрутом. Представитель Мострансавто заверил, улучшения есть, хоть и незначительные. А еще, скорее всего, срыв графика происходит по вине альтернативного перевозчика. Что касается 597-го маршрута, маршрут очень сложный, дорожные условия не позволяют запустить там автобусы среднего и большого класса. Здесь надо какое-то принципиальное решение отдельно собираться и рассматривать работу этого маршрута уже коллегиально. На прошедшей неделе автопарк Мострансавт увеличился на 15 единиц подвижного состава среднего класса. На работу в Одинцово вышли 13 новых водителей. То есть, если пришло 15 автобусов, значит, коллега из Мострансавта сказал, эти 15 автобусов сняли нам проблемы с 4 горячих направлений. Жалоб по этим направлениям больше нет. Я ни одного такого доклада не услышал. Все пока общими фразами. Андрей Иванов дал поручение разработать четкую дорожную карту, которая позволит значительно улучшить работу общественного транспорта. А к самым проблемным маршрутам в ближайшее время внимание будет еще пристальнее, чтобы выявить главные причины жалоб и их устранить. Евгения Августина, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».